Добрый день, дорогие друзья. Я прошу вас максимально распространить этот ролик. Отсылайте его всем оппозиционным блогерам, всем, кто может помочь в распространении информации. Речь идет о так называемом «Дворце Владимира Путина». К Алексею Навальному есть один главный вопрос. Он не смог четко доказать и показать связь между возведенным объектом и президентом Российской Федерации. Может быть это какие-то олигархи строят, может какие-то бизнесмены. Сейчас Песков и пропагандисты очень активно говорят именно про эту версию. Но это некие бизнесмены, мы, конечно, не можем их раскрывать, поэтому, друзья, сидите спокойно и не рыпайтесь. Уже завтра мы предоставим подробное расследование, наши материалы, которые говорят о том и четко показывают, откуда взялась эта недвижимость как она связана с государственными бюджетными деньгами, нашими с вами налогами, и президентом, нынешним президентом Российской Федерации. Я сейчас маленький кусочек вам представлю. Его достаточно, чтобы понять, что это никакой не фейк, что это настоящие реальные документы. Вы можете, ориентируясь по номерам, найти их, сопоставить и все понять. Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, распоряжение от 16 октября 2008 года, номер 1655-Р. Внимание! О передаче Федеральному государственному учреждению Дом отдыха Туапсе, Управление делами президента, Управление делами президента Российской Федерации, доли Российской Федерации в праве собственности на объекты незавершенного строительства. Не вдаваясь в детали, друзья, смотрите, здесь огромный перечень, серьезная табличка того, что передается в собственность. Возьмем один только пункт. Главный корпус литера А по адресу Краснодарский край, город Крот, Геленджик, район села Просковеевка, литера А. Главный корпус. Здесь есть условный номер, сейчас он нам понадобится. Общая площадь 14 600 квадратных метров. Площадь застройки 3832 квадратных метра. Процент готовности объекта 48%. На этот момент все эти объекты не были достроены, не были готовы. На самом деле здесь в таблице указано автомобильная дорога, гараж, главный корпус, о котором мы сейчас говорим подробнее, комплексное здание, пункт технического обслуживания, служебный дом, вертолетная площадка. Ничего не напоминает? А теперь смотрим. Вот этот номер на конце 472 вы можете зайти на публичную кадастровую карту Росреестра и, введя этот номер на конце 472, изучить данную информацию. Недвижимость в режиме онлайн. Вот тот самый номер. Статус объекта ликвидирован. Литера А. Площадь 3832. Здесь мы видим первый служебный подлог. На самом-то деле, это не площадь объекта указана, это указано площадь застройки. Мы только что видели площадь застройки, то есть площадь земли, на которой возведено это строение. Сама площадь строения должна быть указана вот такая, 14600 метров. Однако же почему-то площадь указана совершенно другая. Это сделано для того, чтобы усложнить расследование и установление истины. А вот он, так называемый дворец Путина. Здесь уже площадь указана 17 тысяч 691 квадратный метр. Нежилое здание, бла-бла-бла, все остальное. Так называемый объект 113. На кадастровой карте окончание кадастрового номера 113. Так вот, если это тот самый дворец Путина, примерная площадь 17 тысяч квадратных метров, то сопоставимого размера должно быть другое здание с площадью 14 тысяч квадратных метров. Они должны быть примерно одного размера. Посмотрим сейчас в соседнем селе Просковиевка, есть ли похожее здание. Вот запомним, не меняя масштаба, вот этот квадратик примерно сопоставим вот с этим соседним квадратиком. Даже чуть больше. Ну, на самом деле, существенно больше, но как ориентир нам, это, нам этого хватит. Вот она, просковеевка. Видите ли вы здесь, на этой карте, хоть что-то примерно похожее, близкое э, по масштабам, по размерам? Вот на этот квадратик. Нет, вы не найдете здесь ничего похожего. Это самое обычное село. Самые обычные дома, самые обычные строения. Главный корпус литера А по адресу Краснодарский край, город-курорт Геленджик, район села Просковиевка, литера А, главный корпус, с площадью 14,5 тысяч квадратных метров, площадь застройки 3800 квадратных метров, не был ликвидирован, как это утверждается в справке Росреестра на самом-то деле. Это строение и стало всем нам сегодня известным дворцом Путина. Зачем же оно передавалось кому-то в собственность, это было сделано именно для того, чтобы через управление делами президента можно было выделять государственные, бюджетные деньги на возведение этого объекта. И уже завтра мы представим вам все свидетельства, все доказательства того, сколько денег, каким образом и под чьей подписью было переведено для возведения дворца Владимира Путина, так называемого дворца Владимира Путина. Хотя после этого расследования никаких сомнений и возможности увиливать у Кремля не останется. Или вот, пожалуйста, пример еще повеселее. Пункт технического обслуживания и ремонта из того же самого документа на конце 469. Если вы попробуете пробить по публичной кадастровой карте, вы ничего не найдете. Это уже подчищено, но подчищено далеко не все. Вот тот самый объект 469 на конце, идем вниз. Кадастровые номера иных объектов, в пределах которых расположен объект недвижимости. То есть вот это они почистили, вот это они почистили, а вот это выдает их с потрохами. Берем, копируем. Ну, я уже вставил. Вот он, друзья, тот самый номер. На конце 19. Еще раз сравниваем. 2340 0703 000 19. Вот он он, красавец наш. Что это такое? Вот она. Та самая знаменитая Усадьба Путина, вот этот участок, замечательно здесь выделен. Они потерли отдельный объект, а участок целиком удалять не стали. Еще раз, вот этот номер участка через вот этот документ железобетонно связывается вот с этим кадастровым номером, а этот кадастровый номер однозначно выводит нас к тому же документу. Этот документ Министерство экономического развития, Федеральное агентство по управлению имуществом передает управлению делами президента Российской Федерации. Дали бла-бла-бла. Управление делами президента занималось всеми этими вопросами. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Владимир Путин откровенно врет. Ему стоило еще заранее признаться, придумать какую-то более-менее правдоподобную ложь. Но то, что мы видим сейчас, это полный конец, это полный крах той системы, которую мы называем режим Владимира Путина. Владимир Владимирович, в отставку.